Так, все, погнали. Ну смотрите, какой клад нашли. А он, по идее, стоит нормальных денег. Пилить не перепилить. Неприятный так, надо ловить момент. Не будем обманывать людей. Не знаю, дотянемся, ребят, не дотянемся. Ребят, произошло ЧП. Просто отлично. Всем привет. Сегодня видео мы поможем ребятам убраться на дальние ленточки, на дальние пилорамы. Зима уже, как вы знаете, уже близко. То есть к зиме нужно прибраться, убрать там все лишние обрезки, пеньки, ну и мусор. Оставайтесь на канале, смотрите видео по старинке. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео. Смотрим. Ну а для начала с утреца, как обычно, заводим. Окна еще запотели. Время утра. Заводим, как обычно, с полпинка. Чутка прогреем сейчас. Так, давление пошло. Воздух держит. Чутка прогреем, чтобы отошли окна. Так, сейчас у нас что? Плыть в ноги. Закроем. Все, погнал. Воздух. Все, сейчас чутка прогреем. Трактор уже один уехал. Второй вон цепляется. Едем туда вот за желтое здание, то есть это брикетный цех. И приступим к уборке. Итак, минуты, наверное, 3-4 мы уже постояли, погрели чутка. Конечно, воздуха еще нет теплого. Но уже стекла отошли. Да, кстати, ребят, в скором видео будем делать дворнички. Нужно сделать дворнички. Дворнички вообще тут не работают, не пашут. Один дворник там валяется, второй открутил я, то есть отдал механику на образец, чтобы он купил новые держатели, новые щетки. Ну, то есть нужно сделать, а то смотреть, что тут такое вот. Песок, пыль. Так, ну ладно, что, поедем потихонечку. Уже трактор туда проехал, походу. Сейчас он уже с телегой. Вот здесь только сейчас проехал, куда поехал. Наверное, уже ждут. Поедем, посмотрим. Поделитесь в комментариях, какая у вас погода. Вот у нас сегодня здесь местами, где в низине спускаешься, там, ну, ближе к речке, там 2, а то и 1 градус тепла. Сейчас градусов, наверное, 6. Так, ну что у нас? Лежневочка, смотрите. Кому будет интересно, посмотрите про лежневку. Лежневочка, огонь, все хорошо. То есть заезд вообще чудесный. Сейчас заезжаешь, выезжаешь, просто отлично. Так, да, ребята уже там. Все. Сейчас подъедем, начнем. Отсюда заедем, вот так. То есть, как будто мы привезли им. То есть, надо сначала, я так понимаю, закинуть здесь, сейчас будет телегу. А потом, наверное, переедем туда, на ту сторону. Там пеньки такие тяжелые, ну, то есть, облегчим труд ребятам. Спины уже у всех не железные, правильно? Привет, Виктор! Так, ну что нам надо сделать? Вот здесь? Так, ну это на дрова, а это? Это тоже. Тоже на дрова. И там на дрова. Да. А сейчас отсюда брать мусор в телегу. Да, две телеги. Не, ну это я понимаю. Нет, я имею в виду, сейчас две телеги привезут. Одну телегу дрова, одну телегу мусор. Правильно? Или одной телегой все будем возить. Ну все, ладно, сейчас я разложусь тогда. Так, ладно, пойдем разложимся. Так, где у нас шапочка? Перчаточки. Все, пойдемте. Так, все, выставили, включили, пойдемте. Так, сделаем упор сейчас под лапу.
Самое здесь вот раскладывать. Неприятный так, а надо ловить момент. А то об землю стукаться неприятно так. Так, ну все, тележечка подгоняется. Давайте, наверное, сначала сейчас решим, что мы будем грузить. Или дрова, или мусор. Сейчас спросим. Что будем грузить, мусор или дрова? Для начала. Он из середины мусор. Давай. Так, все, погнали. Так, а это у нас что здесь? Травишки. Травишки, наверное, думаю, все-таки отберем. Чернозем. Кто понимает, ребят, смотрите, чернозем какой. На грядке. На дачу. Самое то. Ветки только убрать. Вон, смотрите, прям чернейшая земля. Перегнившая такая. Прям что надо. Так, гнилушка, наверное, не пойдет уже в дрова. Не будем, как говорится, обманывать людей. Да и Сергей будет против, 100 баллов, таких гнилушек. Загрузим сейчас спокойно и увезем на свалку. Вот, ребят, сколько чернозема хорошего. А он, по идее, стоит нормальных денег. Вот чистый чернозем, вот именно такой. Трудно, как говорится, не везде он валяется. Да, уже, видишь, не берется. Там труба, походу, снизу. Соединение между стойками. Потому что я зацепил сейчас... А, это полено вообще-то было. Ну ладно, сейчас мы это... Выгрузим. Попробуем взять там. Итак, ребят, одну телегу загрузили с одной стороны, с одной половины. Сейчас я вот это полено вытащу еще и будем переезжать на ту сторону, потому что уже до тут не дотягивается нормально, не возьмешь. Сейчас вот эту возьмем полено. Аккуратненько его надо вытащить сейчас. Так. Все. Вытащили. И, конечно, тоже гнилое. Давайте на ту сторону его сейчас. Еще раз приедет рейс. Загрузим. Куда? В телегу. Так, ну все, давайте переедем на ту сторону. Выгребем там. Блин, а там ведь давайте, да, куча дров, да? Не знаю. Да, наверное, дотянемся. Нормально будет. Все, короче, складываем. И переезжаем. Вот, народ. Сколько здесь мусора накопилось, грязи. То есть вот это все надо будет сейчас убрать. То есть, ну это я, наверное, на себя положу. Отвезу. Это, скорее всего, в телегу. Потому что, ну, не хватит расстояния. Провалится. То есть, вон, видите? Вот, это все в телегу. Это тоже все в телегу. Гнилушки, ну, забросим в телегу. Вот эти вот две, конечно, да, не особо на дрова. Ну и там тоже. Здесь с этой стороны более-менее уже вычистили. С этой стороны одна телега тракторная. Выгребся. И сейчас еще там, с той стороны. Ну и все, как бы. Мусор все. И дров Сергею. Море просто. Пилить не перепилить. Колоть не переколоть. 63-й сегодня заработала. Им скоро надо будет набирать еще. Ладно, пойдем. Температура почти 80. Тепло, нормально. Давай, давай, давай. Все, коров. Так, ну что? Не знаю, дотянемся, ребят, не дотянемся. Но далековато уже. То есть до тут вон. Еще тележечку сейчас попробуем закидать мусора и уже будем дрова собирать. Ладно, приступим.
Так, ребят, ну вот, практически две телеги мусора только с середины оттуда. Вот. Не убирались, я не знаю, честно говоря, по времени сколько. Но смотрите, какой клад нашли. Две рельсы, то есть валялись под землей. То есть не знаю, для чего они там лежали, но закопаны они были нормально. Думаю, сейчас, наверное, взять вон то бревно, положить на себя и ждать, когда отвезут мусор и подгонят уже под пеньки, под чураки. Ну и потом на ту сторону перейдем. Ребят, ЧП. Произошло ЧП. Смотрите. Блин, хотел поправить коник, повернуть его чутка. Дернул вот за эту стойку. И пипец. Обломило все нафиг. Ну а что делать? Что-то надо делать. То есть мои планы какие, я сейчас думаю. Чревато последствиями двигать коник. Чревато, блин. Блин, а как ее вытащить? Она же, не на походу, не вытащится. Что делать-то? Как же ее вытащить-то? Вот так вот получилось.